Певица Кэти Топурия впервые показала совместный снимок с сыном. Певица дала понять, что ее переполняет счастье. После рождения второго ребенка Кэти Топурия стала не в пример откровений общаться с публикой. Артистка, видимо, так радуется материнству, что не может держать счастье в себе. И теперь то и дело делится в соцсетях своими эмоциями и фотографиями малыша. Солистка А-студио уже демонстрировала подписчикам милые ножки сына Адама, а теперь опубликовала в Инстаграм первый совместный снимок с карапузом. В кадре Кэти держит наследника на руках, стоя в детской. И можно заметить, что мальчик родился с такими же, как у Топурии, темными волосами. «Я так тебя люблю», – трогательно обратилась Топурия к ребенку. Напомним, певица и ее муж, бизнесмен Лев Деньгов, стали родителями 21 января. В октябре артистка официально подтвердила свою беременность, а в ноябре сочеталась с браком с возлюбленным. Сын же пары появился на свет в одном из элитных столичных госпиталей. О родах артистка пока не рассказывала, но известно, что супруг присутствовал при появлении наследника на свет.